Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что продолжается прием заявок для участия в конкурсе на получение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». К участию приглашают лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре. Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и декоративно-прикладное творчество», «Физическая культура и спорт». Лауреатам премии выплачивается единовременное денежное поощрение и вручается диплом. С перечнем документов для кандидатов и подробной информации о премии можно ознакомиться в телеграм-канале Департамента опеки и попечительства. Всероссийский экомарафон «Переработка» пройдет этой осенью, сообщает телеграм-канал администрации Самарского района. Цель акции – организовать сбор макулатуры и на вручные средства помочь бойцам в зоне СВО. В Самаре экомарафон состоится 2 октября. Все организации и жители района, собравшие более 300 килограммов макулатуры, могут оставить предварительно заявку на сайте сдавайбумагу.рф. Подать заявку на участие необходимо не позднее, чем за 2 дня до проведения акции. Вывоз будет проводиться силами и транспортом организаторов. Все участники акции будут награждены благодарностями и грамотами акции «Сдай бумагу, помоги своим». Мероприятия ко Дню города пройдут в музее Рязанова 7 и 8 сентября, сообщает администрация железнодорожного района. В субботу в 17:00 в сквере Ильдара Рязанова состоится открытие выставки «Киноволга» и кураторская экскурсия директора музея. В 18 часов для зрителей выступит фолк-группа «Тараксакум», а в 19:00 пройдет показ фильма «Максим Перепелица». В воскресенье с 10 утра до 6 вечера самарцы смогут бесплатно посетить музей Рязанова. В час горожан ждет показ фильма «На золотом крыльце сидели», в 3 часа мастер-класс «Волга волнуется раз», на котором участников научат делать кораблик техникой оригами. В 4 часа организаторы приглашают на занятия «Старые игры», о главном – «Игры с мячом». В 5 часов на лекцию Куйбышев 1960-е и 80-е годы «Мир советского человека». В 6 часов концерты Георгия Шагалова и пешеходную экскурсию «Самарские страницы жизни Эльдара Рязанова». А в 19 часов показ фильма «Гусарская баллада».